Ой. Ну, давайте продолжать. Смотреть, что там дальше. С помощью старого друга герои пытаются совладать с яростными контратаками Гаргарентиса. Что за старый друг? Кто это? Что это за комрад? Не все потеряно. Благодаря кому? Я же говорил, нужно было убить Аркантоса, когда представилась возможность. Возьми себя в руки, червь. Еще не все потеряно. А, не все потеряно? Все врата заперты, все до одного. У нас есть план, друг мой. Да, да. И ты сыграешь в нем не последнюю роль. Что? Какой еще план? Лол. О, пацанов выбросило. Аркантос. Где мы? В Мидгарде. Наша битва еще не окончена. Что с вратами? Заперты. Но нам не удалось остановить Гаргарентиса. Его войска направляются сюда. Так. И что нам делать теперь? Этот проход везет к Драупниру, укрепленному городу возле заброшенной шахты. Можно воспользоваться его ресурсами и фортификациями, чтобы дать бой. Ну давайте воспользуемся, давайте. А есть чем вообще строить-то? А, точно, вот они. Фига, тут какое местечко приятненькое. А вы давайте-ка уже добывайте сразу же. Я вас по-хорошему на лес бы отправить. А где еще один гном? Вот он. Так, ну весьма милое место. С голдой тут проблем вообще не будет. Вообще с голдой проблем не будет. Да вообще место ладное. Но я помню, что тут прессовать будут крайне жестко. Насколько я могу вспоминать. Так, до нападения Гаргарентиса осталось 10 минут. Просто потрясающе. Так. А вы же эти, как вас? Вы же можете? Или не можете? Видимо, не можете. Ну, мне главное понимать, откуда противник может на меня напасть. А где здесь лес добывать? Такой вопросик на миллион, кстати. Так, тут ничего нет. Надеюсь, отсюда никто не пойдет на меня. Во, вот здесь есть лес. Много леса, нормально. Так, строй эту херню. Так, что дальше? Давайте стенки делать. Что я еще могу сказать? Так, я так понимаю, что здесь противник тоже может на нас напасть, да? Да. Так, 5 минут нам укрепляться осталось. А мы еще только в классике. Очень плохо, на мой взгляд. Yeah, yeah, yeah,
Яу. Tilbúinn, grjótsveinn. Hver er það? Ég vil samþykkt, ég vil Так, а ты что стоишь? Þannig, просиживаешь. Стоять? Já. Satt, ég vil. Tilbúinn, samþykkt, já. Timbursveinn. Ну что не хватает? А, только в героик эпох. Ладно, допустим. Tilbúinn, satt, grjótsveinn. Tilbúinn, ég samsatt, samþykkt, ég vil, hver þar, satt, samþykkt, timbursveit. Bú, 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 bú. Nei, esto, pani. Esto. Ну, здесь pani. На самом деле можно тоже нормальное укрепление выстроить. Ég vil. Samþykkt. А что случилось? Почему не улучшил? Улучшай давай. Кто там дерет? А, это вражеский. Вражеская разведка. Ой-ой-ой. Так, это, по-моему, последний, да? Да, ну давайте еще одного гнома сделаем. А дальше уже чисто поселенцев. А, кстати. А здесь что у нас? Может, тут можно, он сможет просто по прямой на меня напасть и все. И до свидали. И до свидули. Так, все, гномов нам хватит. А вот еды нам откровенно не хватает. Да, ядрить это. Понятненько. Пацаны, давайте-ка здесь еще застроимся на всякий пожарный. Яу. Сат. Яу. Черт побери. Что-то вообще не, пока не кайфово выглядит. А кого не хватает? Где вальки? Вот она. Сат. Ну что, скоро там 800. Долго не успеем. Скипан, замял. Тилбуин, самфикт. Са, я вил. Тимбурсвейт. Тилбуин, я вил. Сат. Да, пощадный, что-то вы меня прям подводите, подводите. Не, подожди, это не то. Ну вот, у меня ощущение, что они первым делом попрутся через центр. Тут закрыто, но вот тут единственное могут быть проблемы. Ну уж как-нибудь постараемся за эти проблемы решить. Так и не в первый раз уже. Hver þar? Satt. Говорю, с едой напряги. Что это такое, блин? Что так долго? Ну, 3 минуты до Гаргарейсиса, блин. Скипан. А у меня ничего нет. Тимбурс, Тимбурсвейт. О. Да есть же. Так, браги, да? Говорили мне, что браги кайфовый черт. Ирдам. Берсерки. Лазинавки нужны.
Ну окей, давайте этим челам реально. Если чё, понаделаю этих метателей топоров. Это не жёсткие. Да я знаю. Уже работаем над этим, дружище, уже работаем. Давай просто вот так вот сделаем бутербродиком. А там уж как получится. Тимбурсвейт, тимбурсвейт. Как же долго переходишь ты в следующую эпоху. Кошмар, кошмар. Не, не то, вот это. О! Вот так вот лучше сделайте сначала, да, построить вот эту хрень. Там уж будем смотреть. О, Суин, Суиныч. Я усат. Самсихт, я вил. И почему-то они резко стали быстро добывать еду. Как это работает, не понимаю. Скипан? Самсихт. Са, самсихт, са, я вил. Са, са, я вил, са, самсихт. О, да, давайте улучшимся. Зов Вальгалы. Берсерки, хорошо. А, вот он, Хирт. Это, конечно, самый слабый юнит, блин. Так-так-то получается, что это самый слабый юнит. Вот этих бы штук сделать. А я могу? Ну-ка, давай соточку. Давайте, пацаны, нагружаем соточку, ну. Давайте. Ну, пожалуйста. Да потом. Все, погнали. Вообще по красоте ребята сделали. Ребятки, пацанятки. Так, давайте еще тогда здесь вот так вот сделаем. Чтобы ну вообще никто пройти не мог. И да, укрепим наших всех. Так, и шо? Смотрите, туда, на восток. Предлагаем вам сдаться. Тогда мы даруем вам всем быструю смерть. Иначе она будет долгой и мучительной. Попомните мое слово. Скуф, да ты охренел. Хорош. Мы сдаемся. Подойдите поближе. Да будет так. Пу-пу-пу. Но пока это выглядит не очень страшно. Но это только пока. Иду, с чата. Поперлись на меня, видите. Так. О, они сразу идут, блин, и там. Ой, отстой. А, ну... забавно. А вот это уже вообще не забавно. Чё-то как-то. А сколько надо? Подмога прибудет через 20. А зачем ты? Ты вышла, тварь тупая. Скипа. Каю. Энергетик.
in wedge arc. The hero has fallen. Нет! Только не... Блин! Что ж... Мам, дорогая... А как, кстати... Не, ну понятное дело, у меня нет армии, даже если бы она была. Как это все? Как? Ну вот я героями затащу по центру, окей. Мне решительно не ясно, как это побеждать. Давайте заново, конечно. Как это все 20 минут как-то? Что? Что? Не понимаю. This pass leads to Dropnir, an abandoned fortified mining town. Так, ну окей, мы знаем, что делать с самого начала. В первую очередь надо еду. Так, быстро идти, это говно, ты вставай. Вообще на еду у меня хватает. Давайте тогда сразу крестьяна отправлю еду добывать. У нас будет сразу этот сделан, как его. Это сразу рынок, мы сможем сразу уйти в следующий век, на самом-то деле. Просто надо сосредоточиться на покупке этих. Ой, забыл, как называют. На покупке гномов. Пускай гномики добывают красоту. Так, ты иди сюда. Что эта штука стоит? 50. Ну ладно. Разок 50 еды потратил. Так, ну все, без денег вроде нет. Правильно же, сразу могу. Да, и нужно всего 500 голды. 500 голды сейчас быстро мы на... наролим себе. А потом просто, да, надо вот здесь поставить пацанов. Здесь поставить пацанов. И там поставить пацана. И наделать кучу стен с фортами. Авось поможет. Крайне медленно добывают. Хотя уже пятеро сейчас должны побыстрее начать добывать. Че, надо в каком-то месте просто тонну стен понастроить. Стена башня. Чтобы противнику было крайне проблематично. Может даже ворота пока не делать. Сколько? Так уже будет девятеро. Уже так-то вполне достаточно. Давай, постыкодиться. Так.
Hver þar? Ég við Timbursveit satt. Давай-ка так и сделаем всех моих товарищей рабов сюда. А, понятно, дерева нет. Допустим. Сразу на дерево тогда тебя. А, ну да, пока делается следующий век. У меня не появляются рабы. Бывает такое. Зато много голды, можно уже потихоньку строить стенки. Что произошло? Почему не построилась стена? Стена построилась, все хорошо. Так, годится. Hver þar? Búkarl. Так, а там, я помню, еще дальше можно пройти далеко-далеко. И где-то здесь уже можно стенку начинать делать. Мовош. Вот аж отсюда. А мы отсюда и начнем. Ну попробуем просто вот лобовым таким способом. Стены. Эти башни. А вось прокатит. Только, блин, да что так медленно-то, алё? Очень плохо, что так медленно все происходит. Золото хоть попой жуй, а вот и с едой, и с лесом что-то как-то беда совсем беденская. Подойди к ним поближе, чтобы они добывали, я не знаю. Нет, не получится. Ну стой тут. Да вот тут стой. Да я не знаю, куда тебя поставить уже. Вот. Да куда ты уходишь, придурок? Ой, придурочный ты. Буйвол. Так, хорошо. Жарище. Так, 4 минуты осталось. Щет. А тут ничего не готово. Так, а вас можно как-то улучшить еще? Что это? Увеличивает радиус атаки. Позволяет наносить по срокам дальнего боя дополнительный урон коннице. Срочно делаем эту штуку. Вообще этих дровосеков уже нормально. С девяточку. Вот это десяточка. Что это стоит? Еды, да вы издеваетесь. Какая нахрен еда? Что ты здесь делаешь, глупая? Да блин, всего 3 минуты, но это очень плохо. Это просто отвратительно.
Ну окей, здесь я оставлю... А, ну у меня здесь были эти, у меня здесь крепы были на самом-то деле. Давай все крепы и будем делать. Тут пацанчик там пилит потихонечку. Молоток. На, вон тебе в помощь еще одного строителя. Так, ну леса добывается уже нормально. А вот теперь с едой проблема. А где? Я же отправлял в помощь одного. Куда он делся? А, блин, он вернулся назад. Нафиг назад вернулся, придурок. Так. О, крэпа есть. Давай еще крэпу здесь сделай. Так, все, ладно, тут я тянуть не буду, а то потом забуду по-любому. Я себя знаю. Еду вообще не добывают. Скипан, я верю. Tilbúi samþykkt. Já, já, satt, ég vil. Hver það satt? Já. Tilbúin, satt. Já, skipan, ég samþykkt. Погнали дальше стенки строить. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Меньше минуты. О, я могу улучшить. Сколько улучшений? Вроде как успеваю улучшение сделать. Хорошо. Ух, сейчас конницу буду сносить как цац просто. Здесь давай еще одну. Ну ок, да. That's nice. Я посмотрим, насколько мой план сработал. Куда вы? А вы сможете потом выйти? Молодцы. Вперед, вперед, в атаку. А, вы бараны зачем-то попрялись туда, да? Нет, 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 не надо, не надо. Делайте дальше, делайте дальше. Да вы охренели, твари! Сучата, блин. А почему так много врагов вот здесь? Зачем так много врагов? Не надо так много врагов. Я не хочу видеть так много врагов, так. Почему не хватает? Всего вроде хватает. Да их охренеть. Ну, видимо, это тоже ошибка. Да, вы посмотрите. Не, ну ладно, здесь еще вроде как что-то держится. Батюшки, сладушки. Что ж делать-то, блин? Как это все побеждать-то, я не понимаю.
Мне решительно не ясно. Ладно, хорошо, давайте сначала. Попробуем в армию, ладно. Что у нас там получается? Кирсиры. This pass leads to Draupnir, an abandoned fortified mining town. We can use the resources and fortifications there to defend ourselves. Skipan? Samþykkt? Tilbúin? Satt? Skipan, ég vil. Samþykkt, satt. Samþykkt, ég vil. Samþykkt, já. Timbursve, já. Samþykkt. Так. Я вил. Я сам. Так, ладно, попробуем у Божьей армии поделать все. Значит, еще раз, у нас есть, пока я не знаю, кто у нас есть херсиры в перспективе, правильно? Попробуй на них ставку сделать. И забей. Иди лес добывай. А, блин. Ну опять же, мне банально. Да, баран. Добывай. Так, вот, хорошо. Что тут у нас? 80-40. Герой пехотинец. Ну ладно. Давайте. Есть что тут делать? Есть. И тут есть товарищи. Так. Ну попробуем. Может, берсов? Такие дешманские. Так их всех перебьют, блин. Квердар. Са. Тимпуршвейд. Давайте вас сюда на автомате всех. Тупое животное. Яу, самдикт. Яу, самдикт. Яу. Ербель. Так, допустим, в любом случае здесь надо поставить золото. Ой, поставить стенку. А, погоди. Месяц гном молодой добывает. Сат. Да ёб твою мать, я только гнома просил, ну. Еще один гном потрясающий. Ладно, все, я просто... И еще один гном, что за бред? Что происходит? Кто разрешил? У нас всего 185, этого мало. Этого крайне мало. Скипан. Яу. А когда можно делать вот этих вот героев? А вообще есть конюшня? Вот есть конюшня. Героическая, то есть следующая, да? Ну хорошо, давайте попробуем выйти в героическую эпоху. Значит, нам сейчас нужна еда в первую. Ну, еда у нас есть пока. А, нам уже 800 еды надо. Еды уже нет. Давайте еду набирать. Something.
Так, я что думаю, можно, в общем, военные здания сюда поставить. И тупо клепать, клепать, клепать себе армию, пока есть такая возможность. Не, я все понимаю, но вот это вот, конечно, полная срань. Типа, как? Зачем такой большой проход делать? Не надо. Не надо такой большой проход было делать. Мне некомфортно с таким большим проходом. Сколько у нас гномов? Девятеро. О, прикольно. Тимбурсвейт. Ну что, можем? Можем, годится, давайте. Давайте пехотинцев улучшаем. Так, иди ферму построй. Сад. Заснеженную. А! Ой, ворон. А, во, можем что-то как-то для этих сделать. Керсиры годится. Так, ну давайте уже начинать. Типа, мифическая эпоха, конечно, хорошо. Но я боюсь, что я до нее банально не доживаю. А хотелось бы доживать. Ах. Ну, просто здесь пройдите, по-моему, вы тут спокойно можете пройти. Так, все, погнали херсиров клепать. И вот этих вот чериков. Это что? Херсиры. Не-не, вот эту хрень не надо. Давайте хотя бы так. Баллистика, не знаю, нужна ли она. Вот нагрудник гномов нормально. А, ну тут только Хирд и Берсерк. Ладно, тогда не надо. Или поделать этих Хирдов, может быть. Берсерки, Берсерки. Яу? Сад. Берсерки, это, конечно, хорошо, но нехорошо. Недостаточно хорошо. Откуда ты взялся? А, ты просто отсюда Что? Что это такое сейчас было? Отсюда просто вышел гном. Прикольно. Так, ну-ка сделай-ка здесь вот эту срань, пожалуйста. Я понял. Сейчас все сделаем, братишки, сейчас все сделаем. Не, я все-таки еще понаделаю вот этих вот товарищей. Хотя это, конечно, жесть. У меня на них просто не будет хватать ресурсов сейчас, мне кажется. У меня еще еды не хватает.
А, я их даже не поставил, блин. Ну, это еще более жалкое зрелище, скажу я вам, друзья. Максимально жалкое зрелище. Это с... Я этим как-то должен тащить, да, наверное? Ну. Тоже я делаю не так. Яу, тильбу, яу, сат. Егби, яу, сат. Егби. Ну, такой армии, кажется, не сваришь. Самтик. Егби. Сам яу. Сат. Егби. Сам яу. Ну и у меня типа ничего не готово. Тильбу, егби, яу. Самтик. Яу, самтик. Я вот могу ими сюда выйти и хорошенько получить по жопе. А, блин. Тельбусахт. Яу сахт. Потрясающий лес, нет. Хвер эр тар. Тимбур свей. Яу, ег вил. Хвер эр тар. Самтикт. Яу. Самтикт. Skipan, samþykkt. Timbursveit, ég vil, timbursveit. Skipan, grjótsveit. Sjóðum við stjórnum ekki pífið í sakult. Já, samt, búð samþykkt. Ég vil. Hver þar? Grjótsveit. Ну, видимо, за каждую эту. Всякий раз, когда я что-то улучшаю, появляется гном. Samþykkt. Да, 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 потрясающе. Хрень какая. Возможно, это единственная миссия, которую я тупо никак не смогу затащить. Скипан, яу. Сат. Хвер эр тар. Давайте, ну, попробуем. А тут что? Так, можно вот, да, вот так вот, пожалуйста. Ну, вот так вот, давайте, окей. Давайте сделаем как-нибудь. А что случилось с херсирами? Тут было куча херсиров, я ж помню. Спокойно, 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 спокойно. Держимся, держимся, цепляемся. Да это срань, я эту срань должен как-то терпеть 18 минут, это невозможно. До этого было возможно, но вот, вот это что? Я вообще без понятия, что с этим делать. Ой, потрясающе. Так, давай все, хватит, 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 ладно, хватит. Так, гномики мои ненаглядные, идите вот сюда все. Потому что скоро у нас здесь будет веселье. Самое что ни на есть натуральное. Вот, там мои как-то еще держатся. Я в шоке.
Так, Мальсим, ребятушки, Мальсим как цари, давайте, как боженьки царим. Как боженьки. Что-то вообще не божественно получается. А что вы тут делаете? Здрасте. Отступаем. Отступаем. Так, ладно, хорошо. Что мы еще можем? Давайте думать. Здесь ни хрена, эти сюда придут. А что если нам вот здесь сосредоточиться? Поставить здесь этот фонтан. Ну-ка, сейчас. Я могу там кем-нибудь добежать, нет? Да, я могу здесь фонтан поставить, прикольно. И типа героями тупо стоять здесь и отбиваться. Так. В целом-то тут, ну, может, и немного осталось противников. Ну, хотя они же наверняка будут подходить еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Или же... Скипан? Сейчас, ну-ка дай-ка еще попробуем посмотреть, что у нас здесь. Туда можно как-то пройти? Давайте посмотрим. Что это там такое? Прикольно, там пегасик на каку, смотрите, огромными кучками. Эти дебилы сюда почему-то пошли. А что если я просто от них бегать буду? Или мне обязательно надо, чтобы какие-то здания оставались? Не-не-не, забей. Не трогайте моих героев, не трогайте. Я говорю, не трогайте моих героев, ребят. Хорош. Все, давайте, просто отходим. Вот сюда давайте отходим. Так, давайте домик сделаем. Не трогайте мой дом, твари! А почему он ваш стал? Алло, вы охренели? Отхватить рудник себе быстро. Давайте делать здесь форт. Фортифицируемся, господа, фортифицируемся. Давайте. Лол. Не пропускать врага. Пошли в очко от моих бойцов. Мурка, здравствуй. Как Dragon Age? Никогда не был. Никогда не была и интересна эта тема, но так как в интернет-пространстве обитаю, то периодически волей-неволей натыкаешься. Сейчас тут говорят, скоро должна выйти какая-то новая серия. Не серия, а новая игра. Ну вперед! Вперед, мои герои! Нет, все, мои герои, уходим. Ты себе просто не представляешь, какая это срань того, что я сейчас играю. Это просто невероятно. А тут еще армия набежала. Да не бейте вы меня, идите в жопу.
Обожаешь драгоняшку? Ну хорошо. А если мы куда-нибудь сюда встанем? Может, за мной не будет никто? Это... Оставьте моего героя в покое. Самсат. Ну давай, вставай, баран. Так, ну окей. Я недавно смотрел видос, как там отыграть от... не от, а за максимального БДСа. И какие плюшки тебе за это дают? Спойлер никаких. Ну, типа, да, ты можешь быть редкостным мудаком, но игра откровенно это не поощряет. Ну, типа, не как Baldur's Gate. Я не помню, о каком Dragon Age шла история. Ну, там прям Черик... очень много времени и сил на это потратил, я так понимаю. В целом, если заняться нечем или если это твоя работа, то можно и подобной штукой позаниматься. А серьезно, я могу типа просто вот так вот стоять и ждать, и все? И все хорошо? Но проблема в том, что да, должна прибыть подмога. А что это будет за подмога? Может, там будет 3,5 солдата, которые ничего не смогут сделать противнику. Здравствуйте. Давайте убьем этого великана. Слышь, великан, ты покойник. Я хз, я все равно никогда плохих не отыгрывал. Тоже такая тема. Не, я знаешь, когда плохого отыграл? А в этом, как его? Мы с тобой играли. В Банишерах я отыграл плохого. Я же всех убивал. Но оказалось, что я отыграл неплохого. А я отыграл, считай, лучшую концовку в игре. На мой взгляд. Чего такие скромненькие-то? Застенчивая какая-то конница. Мне моя концовка понравилась, детёчка померла окончательно. Ну да, 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 ты как бы за... ты была за Вознесение, я помню. Ну понимаешь, если ты выбираешь концовку... за Вознесение... то тогда получается не получается сделать хороший этот, как его, хорошую вторую часть. Так что твоя концовка, увы, ах, не канон. Она канон только в том случае, если не выйдет вторая часть. А насколько я понял, игра оказалась весьма успешной, поэтому вполне возможно, что выйдет следующая часть. Пе-пе-пе-пе-пе-пе! Меня, блин, окружили. Срочно. Никак? Почему? Не хватает. Не хватает. Ничего не хватает. Блин. А я думал, что смогу от них побегать. А не смог. Да. Получается, давайте... нового ли нашему бородатому мужику. Нового ли. Ой. Не понимаю, что ты типа новую бабу ему подавай или что? Ой. Я немножечко не понимаю. Я в очень больших раздумьях, как тащить эту ссаную сань. Ссаная сань. Нянь.
Не хочу я сегодня играть. Скорее всего, оставлю это на среду. Может, завтра, конечно, еще. Но что-то как-то у меня руки опускаются. Я вот что хотел сделать. Я какую-то из игр... Так, давайте стоп-старт сделаем.